Приветствую, дорогие друзья. Ответьте мне на вопрос, сколько, по-вашему, стоит жизнь? Правильно, все. А свобода? А свобода ничего не стоит, потому что она страшная. Вы говорите о свободе, но вы даже не готовы к ее присутствию, не то чтобы стать ею. Вам просто нравится, как она звучит. Вы хотите суррогата, симулятора свободы. Вы хотите комфорта. А комфортная свобода – это бабочка, проткнутая иголкой. Вы летите на свет, подгоняемый вопросом, в чем смысл жизни, и даже не знаете, что ответ – сгореть. Чуть только ты взрослеешь, ты вкушаешь смысл материи. Тебе нужна квартира, машина, лонгборд, планшет, профессия, боулинг, кошка. Тебе постоянно чего-то не хватает. И ты решительно приобретаешь инструменты, которые избавят тебя от того, от этого, от другого. Но со временем, увязнув в паутине вещей, начинаешь замечать, вместо того, чтобы ими пользоваться, начинаешь им служить. Чуть только почувствовав дыхание смерти за спиной, неопрошенно, неосознанно понимаешь, что на самом деле никакие вещи тебе не принадлежат. Все, что куплено со скрежетом зубы, взято на прокат. Ты ничего не возьмешь с собой, ничего. Любая вещь, которой ты дорожишь, останется здесь навсегда. И не только вещи, друзья, связи и даже твое собственное тело останется здесь и пройдет цепочку не очень приятных превращений. Ничего не останется. Все заберут. И вот тогда, сидя в коробке собственного тела, ты понимаешь, ценность того, чем ты обладаешь, ничтожна. Ты зарабатываешь на машину, а она не стоит ничего. Купленный телефон стоит 0 космо-рублей. Отложенные деньги на путешествие – пыль. И вот тогда ты обращаешься к нематериальному, потому что его срок годности не истекает с окончанием твоей жизни. И все казалось бы логично. С каждой строкой, с каждой осаной, с каждой секундой медитации ты чувствуешь, ну вот оно, работает. Ну, наконец же. Ты чувствуешь осознанность и просветление совершенно рядом. Тебя даже время от времени вышвыривает туда, но тебе там не удержаться. Ты копаешься в чужих знаниях, вгрызаешься в слова тех, кто давно хранит молчание, но их таинственные фразы напускают еще больше туман. Ты путаешься, делаешь глупости, мечешься, бьешься головой о стену, ныряешь в чужие пространства, но выходишь оттуда пустым, выжатым и обессиленным. Чужие пути лишь выворачивают тебя наизнанку. Чужие страхи, эмоции, переживания – это лишь обломки других людей, но не части тебя настоящего. Словил фишку? И вот тогда, мой избранный друг, ты понимаешь, а смысла-то нет. Его нет совсем. И даже практики – это требуха и сотрясанием, накопленным опытом перед собственным «я». Его нет совсем. И его не будет никогда. Зеркальный куб, и ты внутри с фонариком. Есть свет, но он поглощается тобой. Есть кто-то вокруг, но этот кто-то ты. Есть чувство, что вот-вот что-то должно произойти. Но не хватает сил для фазового перехода. И тогда ты сдаешься. Ты падаешь на самое дно своего духа. И вот уже нет сил даже пристать немного, чтобы осмотреться. Все, что тебя волновало, уже не важно. И ты понимаешь, это конец. И именно в тот момент, когда истрачены все жизненные силы и выпиты все жизненные соки, смысл начинает приходить изнутри. И вдруг ответы на все твои вопросы сами, словно пот, начинают проступать медленно и обильно. Их нельзя остановить, их нельзя забыть, их нельзя понять, передать словами. И вот тогда ты становишься по-настоящему свободным. Ты уже даже не думаешь о завтрашнем дне, живешь в внутренней вечности. Ты живешь, будто так нет ни вчера, ни потом, ни когда-либо. Есть только всегда. И что бы ты ни делал, ты всегда все будешь делать правильно, потому что это твой персональный
осознанный путь к просветлению. И как бы ты ни шел, ты никогда не оступишься, потому что это твой путь, и каждый шаг верный, потому что сначала шаг, а потом дорога, только так и никак иначе. И абсолютно все твои вопросы получат верный ответ, потому что там, где говорит твое вечное «Я», начинается твоя уникальная свобода. И этот непостижимо прекрасный путь, на котором ты становишься единственной частью этого великого мира, путь неизбежный. И сколько бы ты ни искал его, ты всегда на нем, потому что ничего другого у тебя нет. Я — это твоя свобода. Я — это твоя избранность. Я — это твое чудо и спасение. А теперь выключай телефон, и завтра на рассвете у окна посмотри на небо и забудь все, что я тебе говорил.